Здравствуйте, меня зовут Юлия, я менеджер офиса Oriflame. Сегодня для себя я открыла новый продукт. Это масло для тела золотой серии Mora by Demi, которую представляет очень красивая американская актриса Деми Мур. Вот каталог с ней. Очень мне нравится она сама, как человек, такая очень симпатичная. И серия мне продуктов, это мне тоже очень понравилось. Попробовали сегодня вот этот крем. То есть масло крем оно считается. Но на вид похоже на обычный крем. Но нанесла, попробовала на руки, так как в офисных условиях, поэтому только получилось на руки нанести. Во-первых, приятный запах. Во-вторых, такой вот текстура очень легкая, нанесла на руки очень хорошо, легко. Буквально через минуту почувствовала то, что руки очень стали гладкие. То есть вот ощущение не как после обычного крема. После обычного крема как-то вот у меня обычно, ладошки потеют, так скажем, да? Вот, после этого очень приятное ощущение легкости и очень гладкие руки стали. Поэтому редко пользуюсь кремом для рук, а вот тут нанесла, прям вот эффект какой-то, как будто с первого раза, ручки очень приятные стали. И запах очень хороший, мне прям вообще нравится. Туалетная вода тоже очень хорошая. Себе купила этот набор, туалетную воду, обязательно буду пользоваться зимой. Вот, еще сегодня попробовала вот этот лак, нанесла просто нанесла на волосы, да, то есть тут указано то, что он... Лак-блеск для укладки волос, то есть я так поняла, что волосы должны блестеть. То есть нанесла просто вот сюда немножко на челку, чтобы посмотреть, что будет какой-то блеск или нет. Ну, действительно, волосы какой-то блеск такой приобрели своеобразный, то есть не блески, не блестящие вот конкретно, а именно переливали, то есть волосы стали переливаться. Ну, лак тоже понравился, тоже аромат у него этой туалетной воды, легкий. Так, еще у нас здесь в этой серии крем для душа. Опять же аромат тот же самый. Кремом пока еще не пользовалась, но сегодня я думаю, что я им воспользуюсь. Текстура у него такая немножко выглядит, прозрачная. Мне кажется, тоже очень хорошо. Вот серия, мне кажется, крем, масло и вот крем для душа, это для зимы просто самый вообще оптимальный вариант. Серия это новинка 15-го каталога, то есть на первой страничке вот у нас здесь идет туалетная вода, парфюмерная вода, она не туалетная, а парфюмерная, то есть запах будет более стойкий, то есть я вот пользуюсь парфюмерной этой водой, то есть два пшика, то есть, допустим, два нажима, то есть я нанесла на себя, больше не надо. Запах держится абсолютно весь день. Очень нравится, кстати, шла домой за ребенком. Прохожу мимо женщины, впереди шли немножко, я их так обогнала. И как раз такой ветер вот, то есть в лицо дул. И, видимо, вот и как-то шлейф-то пошел. И слышу там одна женщина и говорит, ой, так, говорит, приятно пахнет. Вот, я уж, конечно, не стала там поворачиваться, говорить ей. Надо было, наверное, сказать, что это за туалетная вода. На второй вот страничке можно приобрести как отдельно все эти продукты, а еще здесь специальная акция в этом каталоге. То есть, если делаешь заказ на 1199 рублей, то есть, заказываешь туалетную воду by Demi, к примеру, да, она стоит и 1199 рублей, и, значит, вот этот набор весь, три продукта, можно заказать по очень выгодной цене за 199 рублей всего лишь. То есть каждый продукт из них по отдельности, кто приобретает, он стоит 199 рублей. А если ты берешь туалетную воду by Demi, да, можно сумку приобрести by Demi. Вот здесь вот еще она есть, тоже очень красивая сумочка. Тогда можно тоже взять этот наборчик за 199 рублей. То есть три продукта, которые... вот сейчас показала, мне очень лично понравились. То есть всего лишь 199 рублей я их купила. То есть это вообще выгоднейшая цена, мне кажется. Чтобы заказать все эти продукты, есть несколько вариантов.
Можете прийти в офис. Офис находится в городе Котласе, на улице Луначарского, 10. Придете в офис в часы работы, я здесь работаю, можно будет пообщаться со мной и заказать все эти продукты. Можно найти ВКонтакте Юлию Усову, добавиться в друзья, и уже через страничку ВКонтакте мы сделаем вам заказ. Также можно вступить в группу. Группа называется «Oriflame в Котласе». Я работаю там администратором. Можно добавиться через ту группу. И еще у нас есть одна группа, где выставляются продукты, которые тестируются различными образами Натальей в офисе, нашими консультантами. Эта группа называется «Будь красивой». В группу можно также добавиться и сделать заказ этих продуктов. Я хочу вам еще рассказать о часах работы нашего офиса. Наш офис работает в понедельник с 12 до 19 часов, вторник с 12 до 16 часов, пятница с 12 до 19, суббота с 10 до 14 часов. В офис можно позвонить по телефону 270-80. Отвечу я, зовут меня Юлия Лысова. Если вы звоните на офисный телефон вне рабочие часы, можете оставить свой заказ на автоответчик, указав ваш номер телефона, и я вам перезвоню. С вами была Юлия Лысова, менеджер офиса Oriflame в городе Котласе на Луначарского, 10.